Привет, друзья! Только что покинул здание суда, арбитражного суда Московской области, в связи с тем, что такая знаменитая компания Рота Агро, сегодня я узнал о том, что она подала иск с целью лишить меня квартиры, купленной несколько лет назад, вот, на законных основаниях, по рыночной цене. Так вот, эта компания Рота Агро сегодня решила эту сделку оспорить, чтобы я эту квартиру вернул обратно. Это, на мой взгляд, продиктовано тем, что на своем канале ТВ Совхоз я делал ряд публикаций, которые показывают истинное лицо этой компании Рота Агро, которая обещает всем простить долги, но на самом деле вы видите, как эта компания не прощает долги, а отнимает квартиры. Не дарит работникам квартиры, а просто пытается их по беспределу отнять через суд, через какие-то липовые иски. Вот. Я вас информирую об этом, и, скорее всего, мне потребуется собрать какие-то средства на адвоката, на экспертизу, для того, чтобы в суде постараться отстоять свое законное жилье, в котором живет я, моя теща, инвалид из ДНР, моя жена и несовершеннолетний ребенок. Вот такие у нас сегодня дела. 2022 год, 24 января. Арбитражный суд Московской области, это проспект Сахарова, дом 18.